Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем брать по названию Borderlands 2. Оазис, ДЛЦшка Оазис, и мы пришли, кажется, настоящий Оазис, потому что здесь у нас что только нету. Он немного фритит, но как обычно, вы это знаете, вы это понимаете. Прогрузка, именно по FPS пресетка. Так, патроны есть и довольно много, поэтому идем дальше. Ну, в прошлой серии мы с вами помогли пиратке, мы встретили пиратку, да, всю локацию там обшастали, здесь убили Грендера, какого-то здоровяка мощного, потому что он слишком много впитал от нас пулек. Мои пулики впитал, много пулек. Там есть, по идее, задание какое-то, но, блин, я не знаю, как оттуда подняться и взять его. Как-то его можно взять. Скорее всего, задание находится у фонтанчика. Там, где вот водопад херячит. А, не суть, погнали дальше. Там он, вот тут он, чик-чик, мне кажется. Да даже не кажется, оно так и есть, потому что восклицательный знак именно там находится. Так, Скаги, давай я по-тихому так взять, потому что кристаллы. Не пуляй, пощади. Ну и что? А, так оно нет, оно по 18 дает. Кто-то я слишком перехвалил. Когда-то мы в Гиперионе были вот так, как ты, видимо. О. О, ни хрена, он там кристалл кидает. Некогда читать, сори. Literally, the knife blade snapped, he shot me in the leg and ran. It was pretty embarrassing, but that's when I learned never betray your friends. You're sure you've got the upper hand. А, так, что за базука? На 18к. Такое. Ну, в принципе, у меня никаких больше других нету, поэтому пускай будет. Мне кажется, мы в этой серии закончим быстро эту локацию. Так, это ядовитые воды у нас. Вот это проход был какой-то, но туда, походу, потом можно будет попасть. А, хорошо. Давайте, наверное, по левой стороне быстро наверх пробежим. Возьму лучше снайперку. Вот это, короче, дырочки, это чтобы там одежду делать. Ну, вообще-то это серовые эти воды. И очень опасные для человека. Хочешь познакомиться с моей подружкой? И очень... Я говорил тебе остаться, а теперь я убью тебя, твоих друзей, твою семью. Откуда ты знаешь, где живет твоя семья? Он просто не обращает внимания. Он блефует. А, так я мог туда пойти стоять. Я что, пробежал? Нет. Значит, бежим дальше. Подожди, а вот... Что? Я не собирался умирать. Манать. Пиратики.
Что-то вообще полезного нету. Училку дайте. Так, я вижу, там очень хороший сундук. Ой, опа, что-то фиолетовое. Можно ворота открыть? Так, мне нужно как-то наверх забраться. Ага, вижу. О, для снайперки. Ну, 2900, подумайте, это спорно. У меня 2900 со снайперки только. Плюс у меня пассивка на 25%. От стрельбы. Да, 25%. Это уже много. Это уже много, довольно много. Так, стоять. Не-не, сначала сундук возьму. А, так это облик. Ладно. Облик тоже неплохо. Эх, облик тоже неплохо. Хотя... Это точно облик или это для машины? Ну, для машины, ясно. Это для машины. Убить Гибсона. Так, там мужик с крюк... Надо было подохнуть, когда я верил тебе подохнуть. Сейчас же ты узнаешь, что настоящая боль... Мертвый сон. Бей! Убивай! Бей! Может причинить только мелкое зло, Гибсон. Самый башковатый из башковатых. Так, убить мертвый сон. Изи. О, что-то тот разозлился! Сори, не могу смотреть, что ты говоришь. Так, надеюсь, вторую часть компаса. Так, часть компаса. Дорогой дневник, я знаю, где находится третья часть компаса. Она досталась Гемпериону. Судя по их так радиостанции, считаю, я собираюсь отправиться в ее соленые равнины картами. Мне нужно просто... О, прекрасно, ко мне назовелся как дурачий из Оазиса. Ну что, нам повезло, возвращаемся в соленые руины, когда мы найдем третью часть компаса, сокровище станет намного ближе. Нагорье. Чего? Сам по себе. Чего? Ха-ха, я понял. Развратная ты пиратка. Хорошо. Вот, блин, жалко, что, знаете, нельзя вот после таких вот моментов, да, типа, начать какой-то особенный диалог. Три одинаковых пистолета. Круто. Так, хорошо, сейчас мы возьмем с вами этот. Так, а вот эти задания здесь? Да. Еще одна записка в бутылке. Записка в бутылке. Так, найди сокровище.
Так. В путь за сокровищем. Мне кажется, знаете, какое будет сокровище? За той картиной, которую мы с вами нашли, да? Ну, увидели. Там будет сейф. Но почему бы и нет? Типа, спрятать за картиной. Раньше пираты тоже так же делали. Поэтому я не удивлюсь такому решению. Поэтому я не удивлюсь такому решению. Нет, не угадал. Ну ладно. Так, я вижу, кажись. А разбить надо было. А, так против тебя лучше этот использовать, слушай. Целее буду. Так. Ну, не так уж она была и спрятана. Да-да. Ух ты. Я попадаю в конце посылку. В экспедиции на царя желтого, которой я была убита. Они нашли его в оазисе. Пока я присматривал, там устроили сокровища, выяснили, что я за всю свою жизнь не убил ни одного жителя души. И предполагаю, что они похитили оружие из сокровищницы и прислали меня, когда я повернулся к ним спиной. Наверное, я позволил им сделать это. Лучше пусть меня убьют, чем я потрону своих людей. Эта запись станет последней в журнале. Капитан Блейд, конец записи. Усы. Так. А вот это мне нужно. Вот. Мне интересно, вот это. Чик-чик-чик. Момент. Ага, поэтому я могу ходить, хорошо. Капитан Скарлетт. Пошлая сучечка. Давайте туда сбегаем. Нет, не хочу я туда уже бежать. А обратно я могу вернуться? Могу. Как видно из происходящего, я могу быстро... О! Здравствуйте. Так. Теперь мне нужно наверх. Что-то они слабо наносят мне эти турели. Так, я хоть правильно бил? Правильно. Главное, чтобы там был этот... работающий. А то сейчас побегу, он будет не работать. И вопрос, смысл, я туда бегу? Давайте как бы так посмотреть, чтобы наверняка. Убил двоих. Плюс деньгам. Блин, ну с того Эриди хотя бы выпал. Этих Эриди не дают. Мне кажется, здесь тоже будет какое-то именно квестовое задание. Убийство 2. По убийству босса. Арена мастера G. Ну, арена аренами. Блин, как мне теперь бежать? Давайте тогда так. Понятно, что сейчас каменный повстает, но пробежим. Не беда. Так, аж куда мы хотя бы бежим? Мы с вами возвращаемся к девчонке. Так? Так. М-м-
Вернем к бабищенке. Давайте сразу, наверное. Хотя нахера мне наворачивать круги, если могу нормально уйти отсюда. Только, конечно, я сейчас буду о камни цепляться, но... Так, две легкие части. Ограбить караван Гипериона. Подождите, две легкие части. То есть у Гипериона их две сразу? И одна часть у пиратки. А, ну так смотрите, тогда мы уже все собрали, считайте. Да вообще изи. Изи пизи. Лемон сквизи. Блять. Сейчас застрять был так между камнями и вообще уже все. Минус. Рип. Минус. Рип. Минус. Солнечные равнины. Нужно не забывать о быстром перемещении, а то буду потом бегать, херня страдать. Блять, я мог просто выйти и зайти. Меня сразу сюда тэпнуло, ништяк. Так, стоять. Так, тачка, тачка. Морчик. Кэти моя, ты что заснула? Пицунцик, пицунцик. Угу. Поверху. Давайте, наверное, здесь сбоку проеду просто. Я просто не уверен, что я с той стороны смог проехать. Так, ограбить караван, подожди, он хотя бы где? А, он там сразу на дороге. Да, скорость, конечно, желает лучшего. Скорость бы желала лучшего. Так, давай сначала сюда. Ом. Теперь сюда. Как раз ориди возьму. У меня уже ориди 30, да? 26. О, он уже получше, уже косарь 300. Оружие. Я на самом деле думал, что самое лучшее оружие это будет вот то без прицела, которая была. Но там все равно зум жесткий. Ты просто молодец! Наверное, потому что мы убьем друг друга, но сейчас это не похоже тебе. Так. Возвращайся. Я хочу посмотреть. О, еще, кажется, да, там Эриди выпал. Оказался ли еще выпал Эриди? А, там турели. А, показал. А хотя нет, там что синее? Так, сразу вот это заберем. Сразу эту заберем. Мод на гранату. Так, заданий больше у нас нету, да, никаких. Ну только в оазис вернуться там. В доске объявлений все. Так, поехали к пиратке. Так, 20 минут уже сейчас будет, пока доедем. Будет 20 минут, пока приедем. Может, давайте лифтом воспользуюсь по-быстрому, чем на своих двух бежать. Да, так намного легче. Так, у Скарлетт есть одна часть компаса Капитана Блейда. Еще две части были получены благодаря вашим стараниям. Одна была у Гибсона,
и одна у Гипериона. Так что осталась последняя. Займитесь ее поисками, и вы не сможете обнаружить сокровища песков, если не восстановите компас. Три есть, одна осталась. Когда по оценке компаса, то узнаем, где капитан Блейд так зарыл свои сокровища. Сама я не... так, не знаю, где последняя часть компаса, но знаю кое-кого, кто может знать. Его зовут Грейберт, и он живет в Ржаве. Отнеси ему эту коробку подарков. Держи этот подарок у себя, не отдавай Герберу, пока он не скажет. Все, иди к нему. Давай, Вале. Так, хорошо. Так, десерт для дезертиров. Сражайтесь или умрите, или беги, тогда вас убьют когда-нибудь потом. Часть экспопажа дезертира с моего корабля достала для полка Гибсона. Так, разрежу, потому что они мокрые коробки, и есть только один закон. Если ты с нами, это на всю жизнь. Ну еще жирный, что-то без коинства. Ага, извини, это типа шутки. Ага, десерт для... я понял. Так, мы можем, знаете, что с вами сделать? Отправиться в Оазис, убить того, кого она хочет. Могу вот так поступим, стоять. Туда же у нас есть уже телепорт, так ведь? Нормально. Потом начнем с вами... А сколько у нас DLC осталось? Охота за головами и... Крошка Тина... Что-то там со своими историями. Поэтому зашибись. Все будет зашибись. Так, мне далеко ехать? Ох. Далековато. Далековато, далековато. Ну, это будет быстро, хотя... Кстати, давайте сразу задание с доски возьму. Потому что нам сто пудов потом придется телепортироваться в другую локацию. Монстр провержен, хейтер фил и безопасности. Если хотите считать пиратов, если не считать пиратов. И кристаль, и кристаллисов. И других тварей, до которых вы еще не добрались. Хорошие новости, тебе не придется помогать мне пришельца лицо ближе обратно, потому что он мертв. Так, максимум здоровья. Урон от гранатов взорвлен, я понял. Ну хотя бы стоимость хорошая у них. Река. Ну, давайте сразу же и продам. Попадается сбор всякое барахло, мои автоматы решат проблему. Так, а что там было на возвращение? 6К. О, стоять. 18 тысяч. Так, расходит меньше боезапас за выстрел. Дополнительный взрывной урон. Кратно наносит дополнительный взрывной урон. 3 обоя на 18К. Если возвращать, что я там продал? Может, давайте купим... Хотя, посрать. У нас с вами пистолет жесткий, поэтому... Нормально. Тихо. А то сейчас полечу. Куда не следует. Убить Бенни ракету. Все? А, это мой бывший. Как 6 раз попытался отправить меня прежде, чем понять, что я всегда так проверяю свою пищу. Так, питомцев, иногда мизок. Так, стоять. Что? Здесь десерт для... Бля, ну я понял, куда это. Блин, оттуда еще бежать нужно. Камон. Хотя... Сейчас. Сейчас все сделаем.
Если туда есть телепорт, машина телепорта, тогда сходим. Если нету, тогда не сходим. Если есть, тогда сходим. Если нет, тогда не сходим. Все очень просто. Есть. Повезло. Вам повезло. А, там же сейчас все восстановятся, да? Или они не успеют? Кстати, это не то место, где были закрытые врата. Не, ладно, погнали. Хотя, ладно, блядь, погнали, миссию встаем. А мне все равно сюда придется возвращаться, поэтому нахер надо. Все. Я передумал. А, задание отшельник. Так, поехали. Длинные равнины. Я не хочу, потому что нам все равно сюда придется вернуться, чтобы пойти на ту арену. Угу, так, па-па-па, урон, 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 шанс, меткость. Так, хорошо. Так, не в ту сторону. Ту-ту-ту. Берем, так, разместить, телепортироваться. Смотрим, куда мне нужно ехать. Ага, это как раз та локация, о которой я вам говорил. Важно, ты подозреваешь, что как только все четыре части компаса будут у тебя, я убью тебя и заберу их. Ты ошибаешься. Сначала собираем компас, нужно отнести в сверхсекретное место, и только тогда он укажет, где закрыт клад Бена. Пока что что-то там. Так, мне сюда? Нет. Мне вот сюда. Так, а здесь мужики на турелях. Здесь мужички на турелях. Ага. Немного закрыто. Хорошо. Нам осталось довольно немного, осталось найти только последнюю часть, объединить и готово. И в принципе все готово. Осторожно, без башен! А, бежим. Так, найдите отшельника, откройте ворота. Так, хорошо. Легко. Ржави. Ух, блин, ну... По внешней она большая локация. А ну-ка. Ну, приличная, приличная. Ничего не скажу. Хочешь знать больше о Герберте? Пару месяцев назад я привел его в свой корабль. Потом он наверняка много знает о сокровище капитана Блейда. А потом я его выгнала, так как... Ой. Так, так, так. Потому что он что-то там. А, да, и если Герберт будет спрашивать обо мне, ничего не говори. Ничего не говори. Так, хорошо. На продажу у нас пистолет. На покупку у нас ничего. Время подошло к концу, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.